Он с четвертого этажа мужчина скинул шестимесячную девочку. А как что он объясняет? Ой, ну я не знаю, они были под наркотиками. По рассказу соседей, она открыла дверь, и он через жену выкинул в окошко с четвертого этажа девочку. Девочка в каком состоянии была? Ой, я не знаю. Я видела то, что покрывалом накрытая была. Это где-то было 8 часов, 8:20. Ну, врачи приезжали, да? Или... Да, судебная скорая и полиция приехала. Скорая, полиция. А девочка сколько лет? 6 месяцев. 6 месяцев. Семья неблагополучная, да? Не, ну это еще имеется при них ребенок. Там год и 3 месяца. Перед этим у них уже изнимали старшего ребенка. Ну вот так вот допустилось то, что они оба принимают какие-то наркотические, вот эти вот курят. Я вот не знаю, что это. Делают в бутылке дырочку и принимают вот эти вот наркотики. И как зовут вас? Рима. Фамилия? Румия Гарипова. Румия. Румия Гарипова.